Друзья, я вас приветствую. Это видео у нас посвящено усилителю интегральному Marantz PM14 Super Audio версия 2. У меня был уже просто Super Audio. Да, честно говоря, и вторая версия была, но она была под заказ, поэтому прошла обслуживание, проверил, что все работает, и уехала. Вот еще одна подъехала. Вот. Отличия между первой моделью невелики, но я постараюсь обозначить их. Честно говоря, по звуку, наверное, если и есть, то эти отличия нужно прям вот вылавливать, сравнивая один к одному. Так вот, не имея на руках оба, можно сказать так, что если по одной цене, то, конечно, вторая версия, она в любом случае интереснее, потому что она стоила подороже, посвежее годом, и, ну, соответственно, определенные доработки были произведены. Вот. А если цена ощутимо разнится, ну, например, условно, первая модель там 100 тысяч, а вторая модель 150, то тогда, конечно, наверное, стоит как бы воспользоваться разумом и купить первую модель. Ну, опять же, это все как бы я условно называю, да, так, свои предположения. У каждого в любом случае своя голова на плечах. Вот, значит, у нас Marantz после Marantz. Ну, конечно, знаете, после лампового Marantz Model 66 чувствуется, что... Что чувствуется? Чувствуется то, что интегральные транзисторные Marantz, они как бы пытались звучать похоже на лампу. Ну вот какое-то есть такое впечатление, потому что именно вот эта вот некоторая несобранность по низам, такая прозрачность, чувственность по верхам, вот это все очень похоже на лампу, но в данном случае... Это звучит неплохо, но когда слушаешь 14-й Super Audio сразу после Model 66, то это, конечно, больше похоже на какую-то пародию. То есть не можешь, короче, отбиться от мысли, что есть четкое понимание, что сейчас сюда ставим 66-й и происходит, ну, либо магия происходит, если ее здесь нет, либо она происходит кратно в большем объеме, если она есть и здесь. Вот. Ну, как бы ни было. Как бы ни было. Значит, моделька, вот эта вот вторая версия Super Audio была презентована в 2002 году. Конкретно этот аппарат 2003 года. Там сзади стоит лейбочка, говорящая об этом. Стоимость ритейла у него 230 тысяч йен был. Деньги немалые, но и не сверхкосмические. Первая моделька стоила 200 тысяч йен. То есть вот, и у них разбег небольшой, и как раз вот эти 30 тысяч йен, то есть, ну, буквально это 15% стоимости, они и пошли на улучшение. Итак, немножечко об этом усилителе. Значит, интегральный усилитель, который наследовал технологию от двухблочной пары, предусилитель SC7S1 и мощник MA9S1. Тоже посмотрел их на Японии. Может быть, когда-нибудь и подсоберу такую пару. Интересные ребята. Но денег стоит приличных, конечно, ощутимо других. Схема питания была пересмотрена.
Электролитический конденсатор блока питания представляет собой кобальтовый конденсатор с низким увеличением фольги и малыми потерями. Ну, вот здесь вот низкое увеличение фольги, я так чувствую, что это неверный перевод. То есть, наверное, там как-то это иначе должно звучать. Но факт, что вот здесь стоит кобальтовый кондер, а значит, в модели Super Audio в первой версии там не кобальтовый, там, ну, может и необычный, но, короче, и другой, попроще. Крышечку я уже снял, мы посмотрим обязательно. То есть у меня есть видео с первой моделькой открытой, и для особо вкрадчивых можно будет сличить внутряшечку этого и того и поделиться в комментариях выводами, какие вы нашли отличия, потому что схемотехнически они, я так понимаю, абсолютно одинаковы. Так, в виде силового трансформатора используется тор высокой эффективности и низким потоком утечки. В предусилительной части используется схема обратной связи потоку и высокоточный малошумящий металлический пленочный резистор и полипропиленовый пленочный конденсатор. Это обеспечивает низкий уровень шума и высокую скорость нарастания. Вот я думаю, что вот эти вот детальки такого референсного уровня точности, возможно, что они здесь присутствуют, а в первой версии их не было. Ну, как вариант в том числе. Вот это и надо будет посмотреть, сравнивая. Обычная схема обратной связи потоку также используется в секции усилителя мощности и использует такие детали, как пленочные конденсаторы и резисторы. Ну, то есть, видите, по тексту везде идут конденсаторы пленочные, резисторы там тоже специализированные. В общем, детальки из высшей, так скажем, категории качества. За счет снижения импеданса обратной связи можно уменьшить фазовую компенсацию и получить высокоскоростной усилитель. Такая схема позволяет удалить дроссельную катушку выходной части, которая вредна для качества звука, обеспечивая при этом стабильность против колебаний нагрузки. Также это улучшает соотношение сигнал-шум. Предусилитель состоит из блоков HDAM, которые усиливают напряжение посредством преобразования импеданса через секцию преобразования ввода-вывода потоковой зеркальной схеме. Выходной каскад однотактный. Однотактная конфигурация использует многоэмиттерный биполярный транзистор с пропускной способностью в 200 Вт. Ну, тут написано PC равно 200 BT. Ну, это я уже ваты по-русски написал, просто BT. Да, ну, то есть его максимальная возможность переварить 200 Вт. Вот, так что запас по мощности есть. Что это у нас там заглохло? Ладно, разберемся позже. Так, тыры-пыры. Силовой конденсатор установлен на радиатор через медные пластины с высокой антивибрационной и с высоким антивибрационным эффектом и также экранирующим эффектом. Входные терминалы ВБТ, то есть под акустику, сделаны в Германии. Ну, частенько я заметил, что во многих компаниях вот близко к 2000-м годам стали использовать. Ну, и как-то за эту фирму я неоднократно слышал, то есть она, видимо, себя зарекомендовала. WBT она называется, то есть позолоченные терминалы. Туда можно и бананы поставить, и кабель присунуть, причем довольно серьезного сечения. Предусилитель и мощник могут работать раздельно. Там сзади есть переключатель, и можно подать сигнал
сигнал на мощник, либо воспользоваться выходным сигналом с предусилителя. Шасси литое под давлением из цинка с медным покрытием. Вот. Технические характеристики ровно те же, что и у 14S1, у S2, вот это, S1. Значит, 200 ватт на канал на 4-омной нагрузке, 160 ватт при 6-омной нагрузке и 100 ватт при 8-омной нагрузке. Нелинейные искажения заявлены как 0,008%. Причем вроде как, что при полной полосе пропускания. 300 ватт потребляемая у него энергия и 23 килограмма вес. Вот, еще я, знаете, что здесь заметил? Здесь, а инструкция у них, кстати, видите, одна, то есть она как бы как на первый идет. Ну, а здесь у нас написано, что Version 2, то есть это вторая моделька. Вот, а в инструкции есть еще такая штука. Сейчас откроем ее. Так, ну вот здесь, кстати, для кого интересно, ну, более полный спектр его характеристик. Вот, здесь вот такой вот вкладыш с пометочкой, что имеет значение фазировка. То есть надо правильно втыкать в розетку. Я, кстати, честно сказать, не уверен, что я сделал это правильно. Вот. Потому что у меня кабель, который съемный, я вот этот аппарат отключаю, а потом этим же кабелем подключаю что-то другое. Опа. Так. Надо очень аккуратненько. Крышечка здесь тоненькая, алюминиевая. Вот у нас его внутряночка. Все очень так благородно по меди. Все омедненное. Трансформатор. Ну, действительно, кстати, такой он, ну, что как будто и не включенный. А вот эти кобальтовые конденсаторы. Конденсаторы, они не чеконы. Супер что-то там. Ну вот, прочитать не получается. 15 тысяч микрофарад емкости у них. Вот. Вот эти модули HDM. У нас они здесь стоят. Здесь. Ну, то есть, регулируют там все эти дела. Вот. Ну, а какие еще отличия? Может быть, вот на платах усилителя вот эти кондерчики могут отличаться. Тоже не чеконы. Gold чего-то там. Очень мелко написано. Я что-то ни хрена не вижу. Вот, ну ладно. Значит, что тут? Ну вот, как бы, я и не знаю, что тут отличается, если честно. А транзисторы выходные у нас... Вот его плохо видно. Вот он, видите, медной шиной закрыт. Ну и надо сказать, что да, здесь однотактная схема, то есть два транзистора. Но они такие, как бы, огромные. То есть они по размеру как три обычных. То есть можно сказать, что заменяют своим размером чуть ли не 6. Ну, 2 так точно. Так, ну, посмотрели, да. Напомню, усилитель у нас имеет также балансное подключение. Вот. Фонокорректор, естественно, на борту. MMMC. Так, ну, давайте мы, наверное... Давайте, наверное, фонокорректор тогда и проверим уже. Да, у нас этот Фил Коллинз, будь он не ладен, будет нам сейчас играть, пока все песни у него там не кончатся. Вот. We'll be right back.
Кстати, обратите внимание, да? Динамики довольно лихо болтаются, а вот клавиши Subsonic на этом усилителе нет. Ну, надо сказать, что фонокорректор здесь, ну, как бы он может и неплохой, ну, короче, он не сверхвеликолепный, да, то есть я так что-то думаю, что вот даже отсутствие того же Subsonic тоже как-то в свою очередь говорит, что винил это, в общем-то, ну, не то, ради чего этот усилитель создавался, да, то есть, опять же, Super Audio, оно намекает на цифру в качестве DSD, вот, и так далее, то есть там высокие соотношения сигнал-шум и так далее. Да, сейчас здесь, кстати, фонокорректор MMC, сейчас у нас MM-корректор, так как головка MC-шная, но через MC-трансформатор. И сейчас мы просто проверки ради некачества звука для... Так. Ну тут опять же, знаете, может быть, вот эти шевиоты, они 89 дБ чувствительность. В принципе, это нормальная чувствительность, как по мне. Но, ну вот, допустим, для аналогового звука, то есть для вертушки или ленты, наверное, к этому усилителю почувствительнее колонки бы. А с другой стороны, усилитель современный. Я так думаю, что люди, которые выбирают подобные девайсы, ну, у них не на первом месте, так скажем, аналоговые источники. Вот. Так, мы уже тут все покрутили, повертели. У нас работал стример, файлообменник по балансному подключению на CD, а CD-ук у нас подключен, а CD-ук у нас подключен по небалансному подключению также на CD. По косметике, в общем-то, нареканий можно сказать, что нет. Можно найти какие-то, ну, видите, вот такие вот, которые вот не под каждым углом. Ну, короче, состояние почти новое, да, то есть ничего такого критического, категоричного в состоянии нет. Вот, сейчас еще один трек. Но этот трек будет на прощание, поэтому я сначала доскажу уже. Вот. То есть этот усилитель, на мой взгляд, он, конечно, рассчитан не для каких-то могучих колонок. И я не говорю, что эти шевиоты могучие. Хотя, кстати, я скажу, что я послушал, ну, некоторое количество композиций различных. Не все они, конечно же, прозвучали сейчас. Довольно-таки неплохо он поднимает объем у этих тоноев. То есть вот я как-то, опять же, оговорился в видео предыдущем именно за тоной, за эти, что... Вот двенашка, что-то им там маловато. Блин, да нифига, он нормально их раздувает. Ну, единственное, конечно, что вот эти маранцы 14-е, бас у них такой вот именно немножко раздутый, да. То есть, ну, он прям такой откровенно рыхлый, что ли, да. То есть, соответственно, к нему надо колоночки, которые либо закрытый ящик, либо фазоинвертор, но не шибко такие склонные к гудению там и к прочим делам, да, то есть, потому что он позволяет динамику жить своей жизнью, этот усилитель, и если колонки при высоком контроле не дают должного количества баса, то с ним они его дадут, но если они и так сами по себе неплохо воспроизводят низкую частоту, да, то есть без лишних, так скажем, усилий усилителя, то может быть уже и перебор. Вот, то есть, короче, это усилитель не для тяжелых, не для тугих, не для глухих колонок, которые там нужно как-то продавливать. То есть это усилитель вот такой вот, он для легких колонок, и с легкими колонками
будет все хорошо. То есть у него есть определенный шарм, есть породистость звука по высоким, то есть он очень такие деликатные, тонкие, все как бы. Вот. Ну и по низам жирненько, но не особо собрано. Вот. Но опять же, повторюсь и закончу на этом, что при определенных обстоятельствах в этом абсолютно нет ничего плохого. То есть, если у колонок есть недостаток низа, то этот усилитель подбодрит и будет все это очень прилично. Или же если эти колонки просто, например, закрытого типа, да, и они, в принципе, там, ну, не склонны там к тому, чтобы было гудение и прочие какие-то артефакты некрасивые по низу. Благодарю за внимание. Видео уже немножко затянулось больше, чем я планировал. Так.